Да, гради да дам малки перегрузки, разкажи немного про игру. Коллекционная карточная игра со своим лором Космос. Многие сравнивают с ХС, но понятное дело, потому что ХС очень популярная игра. Есть тут вещи, которые пересекаются, есть собственные какие-то уникальные наработки. Вот, 6 классов героев с различными абилками. Уникальная абилка есть, мутация класса Шанти, тот же парень. Да. Нормальная рука. Вот, размерность карт, колод точнее, здесь... Разная может быть в этом тоже фишка, от 25 до 40 карт, и количество хп от этого зависит. Вот, также тут будет обмен карт между игроками. Интересный момент. Мобильность 4.1. С перегрузкой. Вот. Так в целом есть ссылочка в описании канала. Можете зайти, посмотреть, попробовать поиграть, ставить свое мнение. Хардстоун ты больше не стримишь, стримлю, почему нет? Даже сегодня, возможно, поиграем еще. На аренку сходим. Посмотрим. Разрабы мобильную версию планируют, не знаю, спрашивайте у разрабов. Разрабы охотно идут на контакт, думаю, ответят вам. Бафнул пушку только что, убавили сначала. Вообще-то бафнул. А, ну кстати, да, не бафнул. Потерял один дамаг, действительно. Надо было... Точняк. Да, один дамаг потерял. Сына, привет, ХС будет попозже. Привет, возможно, будет. Тебе игры типа GTA вообще не интересуют? Нет.
Человек розет, мне нравится лично. Я читал, что будет и мобильная даже на консолях. Посмотрим. Сейчас как бы игре неделя всего. Это ОБТ, ребята. Здесь существа с хрипами есть. Есть, да. Их немного, но есть. Ну, то есть, есть механика подобная. Игрогодная, но вот анимация иногда очень быстрая, непонятно, что происходит. Это слишком много. Не знаю, оно как бы с непривычки так выглядит. Я привык, мне как бы норм уже. Здравствуй, подскажи, пожалуйста, на рынке Malor, Maligas и Warafan. Malor, Maligas и Warafan. Все карты хороши. Я бы, наверное, Рафаама брал. На арене очень жестко. Артефакт этот зайдет. Ну что, ребят, легенда. А, еще таунт. Так, мне хватает 14. Да, хватает. Император. Поприветствуйте императора Тварину, пожалуйста. Изи. 70-11. Итоговый счет. Не знаю, что это, но типа аналог легенды.